скажи, пожалуйста, игра была тягучая, чего не хватило для того, чтобы реализовать моменты, как ты считаешь, со стороны, как ты видел игру? Ну, мне кажется, ответ очевиден, что не хватает немножко мастерства, потому что очень много моментов, когда мы выходим один на один с вратарем, а два в одного, и просто человек принимает элементарно неправильное решение в ситуации, когда никто, соответственно, не мешает принять это правильное решение. Поэтому, мне кажется, не хватает мастерства, иногда немножечко уверенности в себе, потому что столько вариантов для развития атаки. Ты можешь пробить, можешь отдать, можешь просто обработать, посмотреть, подождать, как поведет себя вратарь. Вместо этого происходит поспешное решение. Удар, как правило, приходится в вратаря, потому что очень такое решение поспешное, неправильное. Вот. Поэтому, мне кажется, просто немножко поувереннее в себе нужно быть и понимать, что игра складывается из реализованных моментов, потому что когда тебе, что называется, вот защитники соперника расступаются и говорят: пробивай, забивай, и ты этого не делаешь. За это может последовать наказание, потому что футбол, как известно, игра ошибок, игра реализации, и, соответственно, кто больше своих ошибок, кто больше чужих ошибок реализует, тот, соответственно, забьет больше голов и победит. Скажи, пожалуйста, я рискну предположить, что у тебя первая игра на этом стадионе, на этом поле, да? А вот как тебе вообще поле, как тебе здесь обстановка и удобно ли было играть? Конечно, по сравнению со школьными полями, здесь поле действительно хорошего уровня. На самом деле футболисты, которые выходят на это поле, должны стараться соответствовать, потому что очень хорошее поле, очень хорошая организация в плане того, что линии, сетки, все в порядке, все видно, все хорошо. И когда предоставляется шанс командам из второй, из третьей лиги, которые не играют основной свой регулярный чемпионат на этом стадионе, предоставляется шанс поиграть в кубке, здесь, конечно, мотивация как можно дольше пройти, как можно больше получить удовольствие, играя на хорошей площадке, на хорошей поляне. И, соответственно, организация, мне кажется, это еще один стимул, еще одна мотивация играть командам хорошо и проходить как можно дальше здесь, не из премьер-лиги, не из первой лиги. Сложно было команде собраться на игру вот в будний день, во вторник вечером приехать сюда на новое место? К счастью, нет. На самом деле здесь хочу сказать спасибо организаторам, которые ставят матч. Соответственно, у нас как происходит выбор времени? Происходит опрос игроков, кому когда удобно, и, соответственно, доносится это до организаторов. Организаторы стараются принимать, соответственно, решение, как поставить игру так, чтобы все футболисты смогли. Поэтому поставили очень удобно. Мы, в принципе, собрались основным составом. Никаких сложностей это не вызвало, несмотря на то, что будний день, несмотря на вчерашние трагические события. Вот, поэтому, к счастью, проблем с кадром, каким-то дефицитом, несмотря на то, что игра была в будний день, мы не испытали. Что, спасибо большое.